Пальцевое прижатие подключичной артерии выполняется в случаях ранений верхней конечности. Также это единственный способ оказания первой помощи при массивном кровотечении, когда у нас происходит полный отрыв верхней конечности. Также, когда у нас имеются массивные кровотечения в случае ранений вот в области плеча, в области лопатки, это единственный способ оказания первой помощи. Выполняется оказанием давления вот в эту точку. Артерия прижимается к первому ребру. Выполняется либо большим пальцем, либо тремя пальцами таким образом. Можно выполнить. Мы нащупываем местонахождение ребра вот таким образом. Можно склонить голову немного. Оказываем давление. То есть сейчас мы остановили кровотечение, могли бы остановить кровотечение, вот во всей этой области. Контролируем мы отсутствие кровотечения точно так же пульсоксиметром. Посмотрели, пульс у нас есть. Оказываем давление, контролируем, пульс пропал. Значит, мы выполнили правильно. Как еще можно выполнить это давление? Находясь сзади, удобно выполнять хватательным движением вот таким образом. То есть опять мы здесь нащупываем местонахождение первого ребра и оказываем давление. Таким образом останавливаем кровотечение. Еще раз подчеркну, это единственный способ остановить кровотечение при полном отрыве конечности.